сегодняшний мастер-класс. Вообще сегодняшнее мероприятие посвящено, конечно, именно поперечной флейте. Что хочется сказать? В первую очередь, думаю, ни для кого не секрет, тем более здесь сидят, в принципе, все мои ученики, все знают, я всем рассказываю про инструмент, что это за инструмент, что это самый древний музыкальный инструмент, который вообще появился у человека. Самые, конечно, простые варианты это были из камыша, из полых костей животных, в которых прорубались маленькие дырочки, и с помощью них создавались какие-то простые звуки, простые мелодии. Какая же, собственно, была функция музыки? Изначально вообще музыка в целом, музыкальные инструменты служили для удовольствия, для релакса, для расслабления, для после трудового дня, скажем так. Поэтому к нам в музыкальную школу, нередко с чем я сталкиваюсь, когда ко мне приходят ребята, так как здесь в основном все взрослые учатся у меня, в основном для того, чтобы найти что-то для себя интересное, интересное хобби, которое поможет отдохнуть от городской суеты, от работы, от домашних каких-то забот и расслабиться на занятии, собственно, чем мы всегда и пытаемся заниматься. Также нередко я слышу от приходящих ко мне ребят, что «Ой, это так сложно, а это же флейта, там надо дуть, ой, как там все, а там все так неудобно, а у меня ничего не получится, я, наверное, не буду». Хотя я думаю, моя коллега, думаю, Ксения Анатольевна меня поддержит, что даже и маленькие тоже приходят с такой мыслью, что «У меня ничего не получится, я не смогу». На самом деле это большое заблуждение. Все очень просто. Главное понять, что это должно быть в радость, это должно быть в удовольствии, а не «а мне мама сказала, поэтому я пошел и сделал». То есть, чтобы такого вот никогда не было. Вот, то есть всегда это должно быть в удовольствии, это должно быть интересно. О чем важно очень помнить? Что нужно просто взять и начать. К сожалению, сейчас еще не подошла моя ученица, с которой мы начали, у нас на этой неделе состоялось с ней первое занятие. И вот она как раз пришла вот с такими же ко мне словами. А вот я хочу, но у меня не получается. Вот я дую, у нее есть свой инструмент, а у меня звука нет. Хорошо, мы с ней попробовали, я ей поставила. И самое простое, что я сказала, стойте и дуйте. Вот честно, через полминуты у меня пошел звук. А у меня есть звук, у меня получается. То есть на самом деле все очень элементарно. Уже под конец первого занятия она спокойно могла сыграть мне целый звукоряд. Без всякого затруднения, без всяких проблем. Соответственно, опять же могу сказать, что любой результат для ученика любого возраста, хоть это малыши, хоть это взрослые, всегда реакция одинаковая. Это полный восторг от того, что у меня это получилось. Это так интересно, как это круто, как замечательно, что у меня это вышло. Какой очень важный момент. Всегда ориентироваться на свои ощущения. То есть не пытаться, как педагог могу сказать, и тоже как сама в свое время, когда была ученицей, когда тебе педагог пытается выверять, какие-то объяснять какие-то мелкие тонкости, тут приверни губу, тут заверни губу, тут еще что-то. Это всегда как-то немножко сложно, причем даже для взрослых, если честно. Я обычно стараюсь делать так. Вот, кстати, вот Ирочка у меня сидит. Вот эта вот Ирочка, у меня их две. И вот у нас с Ирой было точно так же. Помню, у нас первое занятие было, мы поставили Ире флейту, я ей сказала, стоим, дуем. Ничего не мудрим, ничего не сочиняем. И точно так же я помню, что у нас через буквально какой-то промежуток времени тоже появился звук. Наш организм, он сам прекрасно знает, что нужно делать. Он умеет адаптироваться, он умеет подстраиваться. И губы, они могут сами принять необходимую форму для создания звука. Не нужно что-то в голове там анализировать, что-то сочинять. Просто вот ориентироваться на свои внутренние физические ощущения. Организм все сам может это сделать. Итак, в принципе, здесь сейчас находятся ребята, которые знают про флейту, ну, в большей степени, что она из себя представляет, но так как сегодня это как мастер-класс проходит, все-таки я немножечко расскажу о самом инструменте. В первую очередь, о чем мы знаем, что флейта у нас состоит из трех частей.
первый у нас, как называется, кто скажет? Ну-ка. Как называется? Ну, подскажи. Головка. Ну или голова. Все. Застеснялись все сразу. Не стесняемся. Дальше. У нас флейта, как, она как человек. То есть у нее есть голова, у нее есть туловище. Вот оно, вот это вот туловище. Ну, разбирается, и оно выглядит вот таким вот образом. Вот. Со своими клапанами, со своей механикой. Вот у нас есть голова, и у нас есть, ну, коленка. Правильно. То есть у нас такой, как бы, ну, как бы человечек такой получается. С туловищем, головой и с коленкой. Такой вот интересный человечек. Далее. Так, на ком бы мне поэкспериментировать? Не бывает сильно. Иди ко мне сюда. Максим. Максим же, да? Давай. Максим. Выходи ко мне. Бери, можешь, возьми свою головку, пока только головку возьми от флейта. Вот что мы с тобой сейчас поделаем. Ты у нас уже умеешь на флейте играть, а скажи мне, сколько ты уже играешь на флейте? Максим, он тоже. 3 месяца. 3 месяца всего? На большой флейте, до этого на блок играл, да? Долго играл? Целый год. Целый год? Ого! И вот 3 месяца это учебного года, да, начал, получается, играть на большой флейте. Хорошо, нравится тебе? Да. Инструмент интересный? Ну, оно отлично. Так, давай для начала покажем, как мы ставим головку. Как мы правильно прикладываем ее к губам. Тогда повернемся вот так вот. Вот. Да, то есть мы ее ставим либо под губу, да, как у Максима стоит, или чуть-чуть выше на губу. То есть тут все зависит от строения губ у юного флейтиста, или не юного, неважно, в общем, у флейтиста будущего, вот так вот скажем. И что самое главное, что я уже сказала, мы просто дуем. Ну-ка, давай подуем. Сильнее. Вот, давай, смелее. Вот, только без язычка. Просто дуем. Вот. Молодец. А еще сильнее можешь? Ну-ка, давай. Умница. Давай еще. Еще. Молодец. А теперь проведем вот прям при вас эксперимент. Так как Максим уже умеет играть, я позову свою Евочку. Иди ко мне сюда. А ты посядешь. Эксперимент прям в реальных условиях. О, вот, пошла еще. Поддерживай руками. Поддерживай. Одно, второе. Губы не поджимай. Не поджимай. Ева, очень маленькие губки, но я думаю, что мы попробуем с ней сдать звук, да? И дуем. О! Только не съедаем. Только не съедаем флейту. Она, конечно, соблазнительная, наверное, вкусная, но лучше не стоит. Теперь расслабь губы, не поджимай, не сжимай в улыбку, а просто расслабь. И пониже, пониже, пониже. Дуем. Еще. О, еще. Теперь не опускаем голову. Ну-ка, еще. Вот, почти получается. А давай, знаешь, мы проведем вот такой вот эксперимент. Мы тебе дадим флеточку поменьше. И попробуем. Сделать на ней звук. Смотри, почти как на блок-флейте. Тоже пальчики расставляй. Вот. Голову, голову. Вот. Только не съедай флейту, не съедай, не надо ее есть. И дуй. На это сложнее будет, конечно. Давай еще попробуем. Еще. Это только ты поставь. Давай еще пробуем. Прижимай ее, прижимай. Стоп, стоп, стоп. Вот, я пытаюсь выровнять. Давай еще пробуем. Вот, ну призвук есть. После блок флейты, это, конечно, тяжкая какая. Сдвинь на центр. О, почти. Почти получается, давай. Вот, и еще разок. А поставь, как мы на блокфлейте ноту ля играем. Как мы на блокфлейте. Вот. Угу. И тут подними. Подними, 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 подними. Только поставь. Стоп, стоп, не бери дыхание. Поверни голову. Подними. Подними, подними. Дуем. О, почти. Ля, слышно.
Ага. И еще. Вот. Мы с Евой скоро перейдем на флейту, да, Ев? Да. Все, молодец! Собственно, ученица Вероника, о которой я вам сейчас рассказывала, которая только начала и которой мы провели первое занятие. Вероника, можно я вас сюда теперь приглашу? Можно. Собственно, сейчас продемонстрируем тоже, что у нас